Легкоатлетический кросс открыл 57-ю городскую спартакиаду трудовых коллективов. В забеге принимали участие 8 команд, в каждой по 5 человек. В составе сборной обязательно должна быть хотя бы одна женщина. Мужчины у нас бегут километр и женщины 500 метров. Это личные команды соревнований. По окончанию будут выявлены самые сильнейшие бегуны и бегуни этих соревнований. И также командные итоги будут подведены. И на следующей неделе будут, как говорится, вручены им дипломы и денежные призы. 57-я городская спартакиада трудовых коллективов продлится до 30 мая. За это время участники преодолеют 14 этапов. Среди них мини-футбол, пулевая стрельба, плавание и другие дисциплины. Александр Шутов третий год участвует в соревнованиях в составе команды «Никерет» «Сирена». Молодой человек выступает практически на всех этапах городской спартакиады трудовых коллективов. Для меня это, ну, средний такой этап, то есть дистанция не совсем моя, я вот что-то подлиннее люблю, но вообще достаточно хорошо с ней справляюсь. В этом году Александр Шутов в своей группе стал третьим. По итогам состязаний лучшие личные результаты показали Илья Анашкин, Юлия Сараева, Степан Родионов и Анастасия Преснякова. В командном зачете первыми в своих группах стали сборные «Учитель» и «Сирена». Следующим этапом спартакиады трудовых коллективов станет мини-футбол. Соревнования начнутся 9 октября. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».